Так, сейчас хотела вам показать, как я готовлю сосиски в тесте. Так, значит, нам понадобится тесто слоеное, вот дрожжевое, две пачки, потом сыр вот такими ломтиками нарезанный, сосиски я разрезала на две части. Можно целиком использовать, кто как хочет. Так, ну что, приступим. Так, ну что, приступим. Нужно тесто, вот один пласт, скатать. Так, следующее нужно нарезать вот такими полосками тесто. Ну, примерно вот такими. Такими полосками я нарезала. Так, вот. И теперь берем сосиску, кусочек сыра, так в серединку ложим. И вот прямо так вот, вот такими движениями закручиваем спираль из теста, в общем, делаем такую. И поступаем со всеми сосисками так. Так. Ну что, вот я уже сделала. Вот такие у нас получились сосиски. А теперь смазываем форму, где будем пекать, маслом. Можно оливковым, можно... Не, вот оливковый вместе с подсолнечным. И смазываем. И сюда распределяем вот так сосиски. В общем. Так, ну что, вот сосиски, да? И теперь мы смазываем все вот одно яйцо я разбила. Перемешиваем и будем смазывать сверху сосиски, чтобы была румяная корочка. Так, теперь смазываем. И отправляем в духовку на минут на 20. Так, ну вот, уже приготовились. Готовили, кстати, они у меня 15 минут, не 20. Ну, такие получаются вкусные. Там внутри сыр расплавленный. Вот. Тоже вот вытекает. В общем, такие вкусные сосиски. Всем приятного аппетита! Так, ну что, вот Даня с Кири уже кушают. Вкусно? Ну все, кушайте. Очень вкусные сосиски. Детям вообще нравится, да, с чайком вот. Чай с молочком. Все? Ну все, кушайте. Вот что осталось от первой партии. Ну там еще готовится одна партия, да? Вот.